Мы к 9 мая делаем репортаж. Вы не скажете несколько слов поздравления жителей с 9 мая и пожелания ветеранам? Ой, поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца, потому что у них очень маленькая пенсия, и я им не завидую. Но то, что они пережили, мне кажется, это неплохо. У них прошла неплохая чистка, вот, потому что они сидели ни на колбасе, ни на масле, ни на сыре, ну, как бы немножечко себя почистили. И поэтому они живут долго, поэтому они не умирают. Вообще, конечно, не особо их поздравляю. Я думаю, что я их смогу поздравить лет через 7, когда я буду президентом России. Вообще, моя фамилия Шакурова, девичья. Я скоро верну свою фамилию. Вот, мои предки из Ульяновска, и почему я так говорю, вот, меня боги, аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Вот, меня мама очень не любила, потому что у меня были вьющиеся волосы, и по характеру я была не похожа на нее, и она постоянно меня драла за волосы. Вот. Ульянов Ленин, как вы знаете, он совершил революцию, он из Ульяновска. Вот. Надежда Константиновна Крупская, она была русская. Ульянов был татарин. У Надежды Константиновны Крупской были длинные волосы, поэтому волосы я отращиваю для того, чтобы не умереть раньше времени. Вот моего мужа, значит, потом у нас был Сталин. У меня сталинский характер, поэтому меня боги аллахи выбрали и мной постоянно занимались. Вот. Жизнь моя прошла в угнетении, в унижении специально, потому что тот, кто у власти, все не просто так дается. Вот. И когда мне было 10 лет, деревню, чувашскую деревню, которая находится между Ульяновском и Казанью, ее назвали, чтобы было не стыдно, откуда их госпожа, эту деревню назвали Долгий остров. Потому что в Татарии Долгий остров вообще не называют. Потом проверите. Вот, это станция Канаш. Вот. Кстати, если хотите, оставьте все это, потому что это очень серьезно. Вот что еще могу сказать. Мой дальний родственник Сергей Шакуров. Вот. Перестройку сделал после Брежнева был кто у нас? Ой, после Сталина Брежнев, для того, чтобы страна отдыхала. Вот, потом перестройку сделал Горбачев. Вот. У Горбачева была Наина. Наина тоже, моего мужа будет звать Миша, а я буду как вторая Наина. Но чтобы мне не умереть как Наина, поэтому я отращиваю волосы. Все, спасибо с благодарностью. А? Как вас зовут? Татарка. Как вас зовут? Горбачева, я не буду говорить. Вычислите. Вот. Горбачев, Миша Мечин, ну, да, у него было это самое, он такой, это, черный, короче, отметина была. Ладно, все. Спасибо, да. Благодарность, я не шучу.